предлагаю интересное сочетание круп, гречка с чечевицей. Получается очень вкусно и аппетитно. Любимая каша заиграет новым ярким вкусом и сделает рацион разнообразным, питательным и полезным. По вкусу получается очень интересно. Если вы любите гречку, этот вариант вам точно понравится. При подаче в кашу можно добавить сливочное или топленое масло. Обязательно попробуйте этот новый вариант приготовления гречки и чечевицы. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте ингредиенты. Нам понадобится половина стакана гречки и чечевицы. Переложите крупу в кастрюлю, залейте водой, 2 стакана. Следом добавьте соль в кастрюлю, также можно добавить щепотку молотого перца. Вкуснее тем, кто подпишется. Варите кашу 25 минут на небольшом огне. В конце приготовления можете добавить сливочное масло. Приятного вам аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Обещанный список ингредиентов. Гречневая крупа 0,5 стакана, чечевица 0,5 стакана, вода 2 стакана, соль по вкусу, перец по вкусу, количество порций 3. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. До встречи!